Как не поверить, когда звонит товарищ из компетентных органов и заявляет, что с вашего счета производятся переводы в недружественную страну? По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Необходимо срочно остановить преступников. Как? А очень просто. Деньги, если своих нет, набрать кредиты и перевести на другие неизвестные счета. Якобы это перебьет транзакции мошенников. Казалось бы, где логика в этой схеме? Но люди верят и идут в банк. Естественно, все происходит в режиме строжайшей секретности. Вот, перед тем, как туда зайти, он проинструктировал меня, что делать, как делать. Значит, надо взять кредит в размере где-то 600 тысяч, плюс карты по 250 тысяч, назвал какие, и предупредили, чтобы строгой конфиденциальность, никому ничего не говорить, ни жене, ни детям, ни руководству. По данному факту, Следственное управление, Межмуниципальное управление МВД России, Энгельская, Саратовской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напоминаем, что сотрудники банков, тем более представители государственных учреждений, никогда не будут просить оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия или перевести денежные средства на безопасный счет. Таких счетов не существует. Никогда не действуйте по указаниям незнакомцев. При поступлении подобных звонков не спешите действовать. Обязательно сначала позвоните и расскажите о ситуации родственникам, знакомым или обратитесь в полицию. Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.